Приветствую, друзья! С вами канал ProTaxi, и у меня для вас отличная новость. Яндекс решил, что сдирать 3 шкуры с водителя это слишком мало, и решил содрать 4-ю. Речь идет о скидке Яндекс Плюс. Мы все знаем, как она работает. 10% от стоимости поездки на такси оседают на бонусном счете пассажира, который он может потратить уже на какие-то покупки внутри экосистемы Яндекса, ну то есть на Яндекс.Маркет или там на какую-нибудь подписку на какой-нибудь софт или музыку. В общем, до водителя доходило на 10% меньше. И да, эта скидка именно за счет водителя. Пассажиру даже выписывалось 2 отдельных чека. Чек на саму стоимость поездки, ну а также чек на эти самые баллы плюса, как на развитие сервиса. Соответственно, Яндекс решил, что 10% маловато, слишком люди редко пользуются этим самым Яндекс Плюсом, в развитие которого, видимо, вложены большие деньги, и решил увеличить эту скидку до 15% или даже до 20%, о чем и прислал соответствующие уведомления в таксометры водителям, ну а также на почту таксопарк. И, конечно же, Яндекс уверяет нас, что это не скажется на доходе водителей, потому что скидка будет предоставляться самим сервисом. Так вот, это наглая ложь, потому что если скидка будет предоставляться ровно так, как она предоставлялась раньше, то это за счет водителя. То есть мы у пассажира увидим в приложении там сумму, значит, допустим, 240 рублей, а реально до водителя дойдет только 200, потому что 20% осядет на бонусном счете этого самого пассажира. А если сервис сам бы начислял эти бонусные баллы, не привязываясь к стоимости поездки, то тогда и извещать водителей не было бы смысла. Ну да, пассажир заплатил 200 рублей, водителю досталось 200 рублей, а скидка за счет сервиса в виде баллов плюса, например, те же самые 40 рублей, спокойно появилась бы на бонусном счете. И водитель никогда бы об этом не узнал. Но Яндекс понимает, что водитель об этом узнает. А, следовательно, скидка будет предоставляться тем же самым старым способом. Пассажир платит 240 рублей, но до водителя дойдет только 200. Не верьте тому, что пишет сервис о скидках за счет сервиса. Скидки могут быть только за счет тех, кто не сможет этому никак противиться. То есть, бедолаги, водители, мы с вами будем теперь возить дешевле. До встречи.